Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему вниманию хочу предложить интересный сайт для простейшего, на мой взгляд, заработка под названием SEO Sprint. Преимущество этого сайта в том, что никаких вложений он не требует. Деньги за исполнение задания поступают на счет почти моментально. В дальнейшем деньги с сайта легко выводятся на электронный кошелек, например, WebMoney. Минимальная сумма вывода всего 2 рубля. Итак, вы перешли по моей ссылке под данным видео. Далее вы попадаете в регистрацию на сайте. Сейчас расскажу, как здесь зарегистрироваться. А вот, нажимаем регистрация. Так. Ну, регистрация очень простая. Тут нужно ввести ваше имя, email и регистрируемся. Так как я уже зарегистрирован, мне остается только войти в свой аккаунт. Набираем код с картинки. Набрали. Войти. Вот, я попал в свой аккаунт. А сейчас я расскажу, как работает этот почтовик. Здесь имеется 5 методов заработка. Сейчас я расскажу о них. Он тут меню пользователя. Здесь вот задание. Серфинг сайтов, чтение писем, прохождение тестов, выполнение заданий. Ну, сейчас я расскажу, что такое серфинг сайтов. Заходим в серфинг сайтов. Здесь вот появляются как бы задания. Это ссылки рекламодателей. Он платит за просмотр сайтов. Вот, просмотр сайта рекламодателя. Нажимаем, появляется таймер. Появился таймер 20 секунд, но бывает и по 40 секунд, и по 60 секунд, как бы, да, в зависимости от того, сколько поставит сам рекламодатель. Вот, ждем, пока таймер закончится. И появляется числовая панель. Вот. Ну, 5 минус 1 здесь вот написано, это 4, набираем 4, просмотрели сайт, посмотрели, получили за это деньги. То есть как бы вот баланс мой 54.97 был, да, после просмотра 55.01, то есть как бы, да, в день появляется их там около, наверное, 300, может появиться, да, то есть как бы если вы все просмотрели, то в дальнейшем, если вы выйдете, потом позже зайдете, могут появиться еще задание. То есть вот. Что такое чтение писем? Чтение писем. Писем появляется гораздо меньше, но это как бы аналог серфинга сайта. Сейчас я покажу, как это работает. Тоже вот нажимаем на оранжевый кружочек, появляется вот такая панелька, да. Подскажите на бесплатную рассылку, вы узнаете, что скрывает спонсор. Вот тут вопрос, вы узнаете, как не стать жертвой обмана в PML. Ну, напишу, да, конечно, да. Тоже вот появляется таймер 20 секунд. Тоже ждем, пока время кончится. Так, осталось 6 секунд. Ну вот. Появляется тоже числовая панель, тут вот 7 минус 6, 1. То есть набираем, спасибо за посещение, плата за чтение письма зачислена. То есть просмотрели, получили за это деньги. 55.01 было, да, вот просмотрели. 55.07. Вот, ну, писем, как я сказал уже, да, поменьше там появляется. Вот. Выполнение задания, вот еще задание, да, здесь есть. Вот. Здесь вот они делятся по параметрам. Можно выбрать все задания, только новые задания, многоразовые задания. Можно добавлять задания в избранное, над которыми работаю, находятся на проверке. По категориям, там все задания, только регистрации, только клики, регистрации плюс активность, постинг, форумы, блоги, написать статью и так далее. Ну, тут можно номер, по номеру задания там искать. По номеру рекламодателя задания искать, по URL адресу сайта, то есть вот. Мне больше всего нравится выполнять многоразовые задания, то есть как бы, которые выполняются ежедневно. То есть,
Вот они у меня добавлены в избранные. Вот желтая звездочка горит. Это они у меня вот в избранном добавлены. Там около 15 их, которые я выполняю каждый день. У меня было их 40, но так как времени у меня мало сейчас, вот я обрезал их до 15. То есть вот, выполняются они. То есть как бы за небольшое количество времени, там полчаса, наверное, где-то требуется, да. Вот. Сейчас расскажу, как они выполняются. А, вот, нажимаем, допустим. Здесь вот зеленый говорит, задание выполнено, оплачено, да, то как бы я выполняю каждый день, да, я могу заходить свободно каждый день в него, то есть как бы, вот, ну, что здесь требует рекламодатель, да, зарегистрируйся на Буксе по ссылке, то есть, да, там, регистрируешься, вот, но так как я уже зарегистрирован, мне только вот нажать выполнить еще раз, так как я уже здесь зарегистрирован, нажимаем баннер, то есть как бы логин. А вот я зашел в свой аккаунт здесь. Вот мой аккаунт, Taras86. То есть, да, вот у меня сразу появляются вот ссылки, да, которые мне нужно посмотреть. Ну, ссылки с определенным количеством тоже таймером. Тут вот по 5 секунд, 10 секунд, там 30 секунд, да. Вот, нажимаем на ссылку, переходим на сайт. То есть, как бы здесь появляется таймер. Ждем завершения времени. Появляется вот число 80, вводим его, ждем, все, просмотрел ссылку, переходим к другой, ну и так далее, вот просматриваем, да, там, что требует рекламодатель, да, то и делаем, допустим, посмотреть все доступные ссылки, и здесь, то есть, как бы смотрим все доступные ссылки, да, тут их вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, да, там могут и 5 ссылок, могут 2, ну, тоже разное количество, да, но после выполнения, да, вот он требует нам, что нужно указать для выполнения задания, указать логин, юзернейм, то есть указываем Taras86, это мой юзернейм здесь, да, вводим и отправляем как бы отчет, да, рекламодателя, он смотрит, правильно ли я все сделал, и оплачивает, да, вот 0.45, у меня оплачивают. То есть задание выполняется буквально там за пару минут. Вот, то есть недолго, да. Вот. Но здесь есть небольшие тонкости, как вообще. То есть, как бы если по одному заданию выполнять, вот так вот ждать, да, то очень долго. Ну, как бы здесь есть свои тонкости, как быстрее выполнять задание. То есть там я это расскажу уже в других моих видео. Вот. Ну, что еще могу рассказать? Ну, то есть, вот выплаты здесь есть, да. То есть, как бы здесь видно то, что вот последние 50 выплат. То есть, сайт платит, как бы, да. Вот здесь вывод средств. То есть, как я говорил, от 2 рублей, да. Тут кто-то вот выводит и по 2 рубля, по 7, по 10. Тут вот по 100 рублей. Ну, вообще, разные суммы, да. Просто, как бы, можно не ждать, пока у вас накопится там большая сумма. А сразу вывести, да, вот куда выводится. Тут вот WebMoney в основном, да. Тут вот еще другие кошельки есть, да. Но в основном выводит вот на WebMoney, да. Ну, тут есть вот еще ярмарка, здесь можно покупать рефералов, то есть, как бы, ну, а рефералов, да, я тоже расскажу в своих других видео, что такое реферал, реферер, вот. Форум есть, тут можно тоже зарегистрироваться на форуме, задавать вопросы, что вас интересует, то есть, как бы, проблем, я думаю, с этим не будет. Помощь, тут тоже очень все просто, так, вопросы всякие там, так далее. Ну, на данном видео, я думаю, все рассказал. Ну и в завершение хочу сказать, что большинство людей вообще вот хотят зарабатывать в интернете, да и не только, сразу и много. И не прилагая к этому вообще никаких усилий, то есть думают, что... Я думаю, что так не бывает. Как говорится, бесплатный сыр только в мышеловке. Заработать, я уверен, здесь можно, но это труд... Нужно ставить себе цель конкретную, да, и идти к ней, не останавливаясь ни перед чем. Со временем ваш доход пойдет вверх. Главное, повторюсь, терпение и труд. Вот. И люди, которые регистрируются на подобных сайтах, думают, что деньги будут сыпаться на них. Это не так. Чтобы неплохо зарабатывать, нужно время, упорство. Пройдет неделя, месяц, может и год, и я уверен, что у вас все получится. Рано или поздно ваши усилия приведут к хорошему доходу здесь.
когда я зарегистрировался на этом сайте, честно скажу, я рассчитывал на более высокий доход, что 20-50 рублей за несколько часов, это очень мало, как бы, да. Но потом понял, что на этом сайте можно зарабатывать гораздо больше, но нужно время. После того, как вы начнете работать на этом сайте, вы поймете все нюансы, все тонкости заработка, и что здесь, как бы повторюсь, да, что здесь реально заработать неплохо. Главное не отчаиваться в самом начале работы. Не останавливаться, а работать, еще раз работать. Вот, и ваш доход будет расти. Сам лично работаю по таким понятиям, как говорится, терпение, труд, все перетрут. Ну, в дальнейшем планирую выкладывать еще видео по этой теме. Что касается данного сайта, буду рассказывать что-то новое, что буду сам узнавать на этом сайте, исходя из своего опыта, и не только. Ну вот и поделюсь с вами новыми мыслями, расскажу, что такое рефералы, что такое реферы, что такое рефбэк, расскажу о том, как выполнять задания гораздо быстрее, чтобы требовалось меньше времени, как бы, да, и меньше усилий. Ну, ждите моих новых видео и не забудьте зарегистрироваться по моей ссылке под видео и получите от меня рефбэк плюс 60% к вашему заработку. Удачных вам заработков. Счастливо.